ли в кроватке один упал и ударился головкой. Приехал доктор и сказал: больше, поросята, не прыгайте в кроватке. Четыре поросенка прыгали в кроватке, один упал и ударился головкой. Приехал доктор и сказал: больше, поросята, не прыгайте в кроватке. Поросенка прыгали в кроватке, один упал и ударился головкой. Приехал доктор и сказал: больше, поросята, не прыгайте в кроватке. Два поросенка прыгали в кроватке, один упал и ударился головкой. Приехал доктор и сказал: больше, поросята, не прыгайте в кроватке. Один поросенок прыгал в кроватке, он упал и ударился головкой. Приехал доктор и сказал мамаше: ну-ка, положите их обратно в кроватку.